пандемии. Мы, конечно, все случилось. Правильно. Что еще приятно? Сегодня этот праздник включает всех, кто близок к миру. С нами сегодня дисциплинированная когорта. Офицеры России, поприветствуем. О порядке проведения. Время до 20 часов. В программе выступления хора «Авиарегионка» руководитель Пловцева Татьяна. Напоминаю, хор самодеятельный. Возраст, об этом мы сейчас поем. Ну, многие из нас по возрасту больше, чем президент Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если у нас кто-то будет держать прогалку в руках, это нормально. Вы поняли, чтобы склероз не победил. Будут песни, конечно, с авиационной тематикой. Просьбой до концерта не поднимать вилками, приборами не греметь. После концерта тосты, как всегда, по традиции, за тех, кто отдал жизнь авиации, за авиацию, которая сплотила нас, за друзей, за себя и так далее. Еще курить только на улице, а во время выхода на всякий случай. Праздник откроет стихами нашего поэта и в царлетного да? Механика Валерия. Вот и снова мы вместе, как в былые года, люди долго и чести неземного труда. Вспомним все, что случалось, вспомним прежнюю стать, даже самую малость нам нельзя забывать. Кто-то был из нас первым в освоении трасс, каждой клеточкой, нервом север выучил нас. Атмосферные сбои, гололед, и пурга рисковали порой, но поделали всегда. Мы в стране на подъеме оказались как раз. Авиацию коми не представим без нас. Мы свое отлетали, в том виды нашей нет. На широких просторах расплелся наш свет. На экранах радаров нас теперь не найдет. В облаках с Сыпывками завершится наше. Все, что было, пропало, и его не вернуть. На земле Сыпывкара мы закончили свой путь. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем всех представителей служб. Каждая служба в отдельности очень важна. Обязательно. Хочу сказать, что сегодня впервые с нами, это отдельно просто, впервые с нами наши милые, замечательные женщины санчасти аэропорта. Приветствуем впервые за все время. Отдельное приветствие, конечно, командиру воздушного судна Ан-24, пилоту первого класса Галине Дубровской. Обязательно. Конечно, как сказал Федосеевич, перед нами выступит хор, городской хор, при доме развития культуры и искусства «Авиаревинушка». Концерт у нас будет небольшой, ну, примерно час-полтора всего лишь. Так что готовьтесь, сидеть и слушать. Художественный руководитель Татьяна Колосова – это наша любимая доченька. По возрасту она доченька. Мы ее очень-очень любим и уважаем. Конечно, иногда не слушаемся, но она нас тоже любит, я ее что-то потеряла, наверное, там скоро. Ладно. Наш концерт открывает мужская группа хора «Авиационный марш». Друзья, «Авиационный марш» был написан по заявке Юго-Западного фронта. В 1923 году написал Слава Герман, а музыка Хайка.
Значит, итак, 99 лет звучит музыка. Мы ее помним с детства, особенно кто близок к авиации, это прямо бальзам на сердце. А почему я говорю юго-западный фронт? Сейчас он называется Киевский, назывался он Киевский, особенно Евгений. А тогда он назывался фронт. Теперь что хочу сказать. Да. 99 лет звучит музыка. Слова Германа старые, устарели. И вот когда мы начали петь эти песни здесь, значит, Юрий Александрович Бобылев, вы знаете, командир эскадрильи тяжелых самолетов 12, и командир Ту-134 Вячеслав Богин придумали новый текст. И назвали мы его «Авиационный марш ветеранов аэрофлота города Сыктывкара». Вот сейчас, вот такие слова сейчас и будут звучать. Сегодня мы только во сне, и воздух ко мне.